Здравствуйте, вы смотрите новости на CBC. Меня зовут Руфат Халафов. В начале информационного выпуска некоторые из главных тем. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил состав нового кабинета министров страны. Останки, обнаруженные в Шуше несколько дней назад, с большой долей вероятности принадлежат военнослужащим азербайджанской армии, попавшим в армянский плен в годы Первой Карабахской войны. Грузия ждет от Евросоюза положительного ответа по вопросу предоставления Тбилиси статуса кандидата в ЕС до конца текущего года. В Израиле прошли акции протеста против судебной реформы. Митинги прошли в Тель-Авиве и других крупных городах страны. Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов поздравил новоназначенного министра обороны Турции генерала армии Яшара Гюлера по случаю его назначения на эту должность. Закир Гасанов напомнил, что, будучи начальником Генерального штаба вооруженных сил Турции, Гюлер не желал своей поддержки для совершенствования азербайджанской армии и повышения ее боеспособности. Также министр обороны направил благодарственное письмо Хулуси Акару, в котором от своего имени и от имени личного состава азербайджанской армии выразил признательность за совместную деятельность во время пребывания Хулуси Акар на посту министра национальной обороны Турции. Закир Гасанов также отметил вклад в развитие военного сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, которое способствовало совершенствованию и повышению боеспособности азербайджанской армии. Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и новоназначенным главой МИД Турции Хаканом Фиданом. В ходе телефонного разговора министр иностранных дел Азербайджана выразил уверенность, что совместные усилия по развитию многоплановых и стратегических союзнических отношений между двумя странами, основанных на глубоких корнях, общих интересах и ценностях, будут и далее укрепляться. Стороны обменялись мнениями по различным аспектам двусторонних отношений, братского, дружественного и стратегического партнерства, а также региональным вопросам. Министр Хакан Фидан получил от Джейхуна Байрамова приглашение посетить Азербайджан. Новоназначенный министр поблагодарил Джейхуна Байрамова за поздравления и добрые слова и с удовольствием принял приглашение посетить Азербайджан. На своей официальной странице в Твиттер министр иностранных дел Азербайджана поблагодарил бывшего министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу за беспрецедентный вклад в развитие Азербайджана-турецких отношений и отметил большие успехи бывшего коллеги. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил новый состав правительства республики. На прежних постах остались лишь двое из 17 министров. Назначен и новый вице-президент Турции. На смену Фуату Октаю пришел Джевдет Ялмаз. Подробнее о новом составе кабинета Турции мы посмотрим скоро в этом выпуске новостей. Одной из самых актуальных новостей последних двух дней является обнаружение очередного массового захоронения тел погибших. На этот раз в городе Шуша. Останки с большей долей вероятности принадлежат военнослужащим азербайджанской армии, попавшим в армянский плен в годы Первой Карабахской войны. На прямой связи со студией доктор политических наук, политолог Татьяна Викторовна Полоскова. Здравствуйте, Татьяна Викторовна. Здравствуйте. Обнаруженное в городе Шуша массовое захоронение вновь показывает нарушение норм и принципов международного права. Какие эффективные методы существуют для привлечения Армении к ответственности за совершенные военные преступления? Ну, во-первых, я хочу сказать, что более компетентно методы озвучит специалист по международному праву у вас в Баку. Есть такие специалисты, они известны. Я со своей стороны хочу сказать следующее. Это не первый случай обнаружения фактов массового геноцида азербайджанского народа со стороны армянских националистов и их приспешников. Это не первый случай массового нарушения, массового преступления против человечности. Поэтому в данной ситуации я бы хотела начать с того, с чем обычно завершают
Я бы очень хотела и призываю к этому азербайджанскую сторону и всех людей доброй воли, международное сообщество, выявить всех причастных к этому преступлению, начиная от тех, кто осуществлял охрану и сопровождение этих людей, и кончая теми, кто отдавал приказы и кто потворствовал эти приказы, в том числе со стороны тогдашнего российского руководства. Я думаю, здесь без этого тоже не обошлось. Значит, я хотела бы, чтобы эти люди не смогли избегнуть наказания, как это случилось в годы Второй мировой войны. Я неоднократно бывала в Аргентине, мне показывали вот подводные лодки, на которых туда прибыли через Атлантику лица, виновные в массовых преступлениях и в прочих, так сказать, вещах, которые были связаны с нацизмом на завоеванных территориях. Я бы не хотела, чтобы среди тех, кто сейчас массово бежит из Армении, и не только из Армении, но и из России, кстати, в Европу, в Америку, в другие страны, чтобы среди них были те люди, которые заслуживают на самом деле наказания, в том числе самого жестокого. Необходимо, чтобы ваши специалисты собрали по возможности весь банк данных на этих людей. Это касается, в том числе, моих коллег, они могут этим заняться в Азербайджане. Необходимо, чтобы, ну, экспертиза, я думаю, будет проведена, и факт смерти, чем он вызван, будет доказан. Я думаю, что все эти факты необходимо постоянно будировать на международном уровне, и надо выносить на повестку, на международную повестку, то, что дашнакская партия и все с ней связаны, это международный террорист, их надо признать международным террористом, и, соответственно, принять необходимые меры. Что касается Москвы, ну, я думаю, что скоро будет возможность выяснить и это. Вернее, кто этому потворствовал, понятно. Кто до сих пор пытается склонять Армению к реваншистским действиям, нам тоже понятно. Но я думаю, что скоро будет возможность все это озвучить и принять уже некие кардинальные меры. А так, ну что я могу сказать, как человеку, у которого в семье 8 человек погибло, по меньшей мере, от период ГУЛАГа, и близких родственников, я могу только выразить соболезнования и, в общем-то, сказать, что я и мой круг, мы лично приложим все возможности, чтобы подобное в Азербайджане больше не повторилось. Татьяна Викторовна, вот как вы правильно заметили, должно быть наказуемо вот это военное преступление, которое было совершено со стороны Армении, однако международное сообщество все еще молчит, тогда как международные эксперты, иностранные специалисты и научные сотрудники не раз посещали места захоронения, которые обнаружились еще до вот этих массовых захоронений, которые обнаружились в городе Шуша. Так когда же международное сообщество уже даст оценку зверским преступлениям Армении? Я думаю, что это событие уже довольно близко по времени. Есть некие факты, подтверждающие это. И, может быть, мы в ближайшее время уже сможем их обсудить. Я прекрасно понимаю, что наши международные партнеры, не только ваши, но и наши, проявляют особый темперамент только в тех случаях, когда речь идет об экономических интересах этих международных партнеров. Но раз их интересуют экономические возможности, я думаю, что эти возможности никто не будет предоставлять без решения гуманитарных вопросов и ответов на главный вопрос, кто виноват и когда эти люди будут наказаны. Поэтому я думаю, что здесь мы должны просто вместе, может быть, даже какую-то программу совместно придумать. Я очень не люблю слово «дорожная карта». Вот, я его не люблю давно, я считаю, что это глупость какая-то. Вот, я думаю, что мы должны разработать, может быть, даже некую программу, некие шаги, пример прекрасный, это контора Симона Визентали, которая после войны умудрялась находить преступников в самых разных местах, в том числе хорошо мне знакомой Аргентине. Но нужен какой-то, в общем, общий такой кардинальный подход, и я лично с удовольствием подключусь просто ради интереса. Потому что я считаю, что человек, совершивший преступление такого уровня, должен был быть найден где угодно и привлечен и к ответственности, и к общественной обструкции. И про него, и про его семью должны все знать, что это за люди. Тогда уже другим неповадно будет. Татьяна Викторовна, вы упомянули только что, я забыл фамилию, очень извиняюсь, Визентали, который преследовал фашистов и
немецкие преступления, в том числе Адольфа Эхмана он преследовал. Да. Как вы себе представляете в 21 веке такое? Ну вы что, сейчас я опять, наверное, меня уже тут прозвали в Азербайджане язвой, некоторые мне доложили, я опять, наверное, не удержусь. Но вы знаете, в 21 веке найти человека еще проще. Мы сейчас все оцифрованы, даже если он поменял внешность. В 21 веке, я думаю, не составит труда человека в инвалидной коляске, оформив на него документы, как это было в практике контор Симона Визентали, вывести куда нужно. Было бы желание. Они просто, знаете, все спрятались под международными правовыми нормами, что вот там, как это возможно, как это вообще, ну, когда не торжествует официальное право, торжествует правосудие другого рода. А это правосудие, я думаю, никто из международных организаций не будет возмущаться, если человека, виновного в преступлениях такого рода, доказанных, привезут, чтобы он предстал перед судом не где-нибудь в либеральном Париже, так назовем, а в Баку. Все можно при желании. Татьяна Викторовна, я благодарю вас за ваши ответы и напоминаю нашим зрителям, что на прямой связи со студией был доктор политических наук, политолог Татьяна Викторовна Полоскова. Массовое захоронение, обнаруженное в Шуше, доказывает, что во время армянской оккупации на освобожденных территориях Азербайджана совершались убийства и производились массовые захоронения людей. Мой коллега Самир Кулиев разбирался в теме и готов поделиться полученной информацией. Самир, добрый день, тебе слово. Добрый день, Руфат, спасибо. Ну, во-первых, ваш гость действительно правильно отметил, что все виновные, конечно же, должны понести наказание. Об этом мы тоже, я думаю, поговорим сегодня. Но главный вопрос, на который я хотел бы ответить, это почему все-таки Армения устроила вот эти массовые убийства пленных азербайджанцев в Шуше? В частности, вот сейчас мы видим в Шуше. Ну, давайте сначала немножечко предыстории. Вот эта тюрьма, шушинская тюрьма, она появилась в 1848 году. И появилась она по инициативе Хуршутбану Натаван. Это дочь последнего карабахского хана Мехтикули хана. И, в общем-то, тюрьма появилась из благородных целей. Дело в том, что узники и осужденные в Шуше лица, они пребывали, как правило, в тюрьме в городе Гянджа, то есть это довольно солидное по тем временам расстояние, которое нужно было преодолевать родителям, близким, для того, чтобы видеться со своими родными. И вот в качестве жеста доброй воли Хуршутбану Натаван решила, вот спонсировала, так скажем, вот это строительство этой тюрьмы. И Шуша по тем временам, конечно, это был очень такой довольно-таки развитый город с большим населением. И что хочу отметить, печальную все-таки известность этой тюрьме принесли события 90-х годов, 20 века, начало 90-х годов, это годы Первой Карабахской войны. К сожалению, большое количество азербайджанцев, это и азербайджанские военнослужащие, которые попали в плен к вооруженным силам Армении, это и гражданские лица в большом количестве. Они, многие из них пребывали как раз-таки в шушинской тюрьме, либо это было их местом, так скажем, заточения. В каких-то случаях шушинская тюрьма использовалась больше как перевалочный пункт, но очень многие люди пострадали, очень многие судьбы людей, к сожалению, были разрушены вот в стенах вот этой тюрьмы. Ну, сразу оговорюсь и скажу, что обычному человеку в тюрьме делать нечего, и понятное дело, что речь идет действительно лишь о пленных военнослужащих и гражданских лицах. Поэтому, если и дальше будут на территории тюрьмы находиться останки тел, то можно не сомневаться, что это все это тела именно пленных азербайджанцев, а не, так скажем, в какой-то другой ситуации, как при каких-то других обстоятельствах там оказавшиеся. Вот давайте посмотрим, что говорят сами пленные. Один из пленных вчера во время раскопок на территории шушинской тюрьмы, Джамаладдин Гусейнов, он находился там, и посмотрим, что он говорит о тех годах. Мы оказались в плену после того, как армяне оккупировали город Агдам. Нас привезли сюда, в шушинскую тюрьму. Все мы подвергались чудовищным пыткам. Среди пленных было очень много женщин и детей. С беременными женщинами армянские преступники обращались с особой жестокостью. Им рассекали животы и скармливали тела свиньям. Свинарник находился здесь, на территории тюрьмы.
Ну вот, как видите, вот этих вот погибших и убитых, скажем, прямо азербайджанских граждан, и, как видим, из того, что нам сказал бывший узник Шушинской тюрьмы, может быть намного больше, и не только он, другие узники Шушинской тюрьмы, бывшие заключенные этой тюрьмы, ну, даже заключенными их язык, в принципе, не поворачивается сказать, это действительно пленные и заложники, и, в общем-то, они, многие из них в своих показаниях говорили о том, что тела убитых пленных, которые подвергались долгим часам пыток, а после уже смерти они их закапывались как раз на территории тюрьмы. И я так понимаю, что дальнейшие раскопки на территории тюрьмы могут, так скажем, в ходе них могут обнаружиться и еще новые останки тел, останки скелетов, тел погибших. Вот. И кому они принадлежат, как определить их, как распознать, этим занимаются многие специализированные органы, это и правоохранительные органы Азербайджана, но нужно отдать должное, это Госкомиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших. С момента освобождения территории они, так скажем, без устали работают, можно сказать, что ни дня не прекращались поисковые работы, они, конечно, очень сильно осложнены. Дело в том, что, как правило, армянская сторона вот эти места массового захоронения убитых пленных азербайджанцев, они их еще и минировали, поэтому вот этой долгой процедуре раскопок еще предшествует не менее долгая по времени процедура разминирования территорий. И вот мы уже знаем о некоторых таких местах массового, значит, массового убийства людей и места, значит, обнаружения вот именно останков тел погибших. Это и Эдилли населенный пункт, это Башлыбель, это множество других населенных пунктов. В Физулинском районе, в некоторых населенных пунктах прямо сейчас продолжаются раскопки. Но вот, как повторюсь, вчера буквально были обнаружены в Шуше, и как минимум известно, что эти останки принадлежат четверым лицам, может быть, даже и больше, но это как бы уже покажут результаты экспертиз, в том числе судебно-археологических и различных других. Опять же, говоря о деятельности Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших, которые активно привлекают ученых, значит, специалистов в разных других областях, и вот регулярно проводится ими конференция, очередная такая прошла буквально недавно по судебной археологии, первая международная в Азербайджане, везде перенимается западный опыт, опыт зарубежных стран, и довольно успешно потом применяется. Ну так вот, опять же, говоря о деятельности этой комиссии, хочется сказать, что уже долгие годы, еще задолго до Второй Карабахской войны, значит, сотрудники этой госкомиссии стали отбирать генетические, значит, образцы, так скажем, биологические, да, пробы биологические, значит, для дальнейших генетических экспертиз, то есть образцы генетики с родственников, с близких вот всех погибших и без вести пропавших годы Первой Карабахской войны, извините, и на самом деле уже больше 10 тысяч граждан, это все, опять же, повторюсь, родственники и близкие без вести пропавших Первую Карабахскую войну, значит, у них отобраны вот такие вот подобные образцы биоматериалов. И сейчас как раз-таки есть такая возможность обнаружить, идентифицировать тела без вести пропавших, и правильно говорит заместитель руководителя вот этой самой рабочей группы Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников без вести пропавших, даже если сумеют установить хотя бы, значит, идентифицировать судьбу одного из без вести пропавших, это уже будет победой. И вот в этом плане я с Эльдаром Самедовым полностью согласен. Но давайте посмотрим, что говорят ученые и, значит, эксперты, которые находились на месте проведения раскопок вчера.
Останки были обнаружены при выполнении хозяйственных работ на этой территории. Мы предполагаем, что они принадлежат людям, пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны. В ближайшее время здесь будут проведены дополнительные исследовательские работы. После этого мы сможем точно сказать, сколько людей здесь было захоронено. Это преступление против человечности. Большое количество азербайджанцев пропало без вести в годы Первой Карабахской войны. Об их судьбе до сих пор ничего не известно. В шушинской тюрьме наших граждан подвергали ужасающим пыткам. Многие из них приводили к смерти. А обнаруженные захоронения говорят о том, что армяне пытались замести следы. Также мы можем послушайте начальника специального следственного отдела военной прокуратуры, который также находился на месте событий, Эмиля Тагиева. Посмотрим, что он говорит. В общей сложности в обнаруженных до сих пор местах массовых захоронений были найдены более 400 фрагментов человеческих тел. Наряду с судебно-медицинской и криминалистической экспертизой назначено более 200 судебных молекулярно-генетических экспертиз. Вот Эмиль Тагиев прав, действительно, более 400 фрагментов человеческих тел обнаружено с момента окончания Второй Карабахской войны, и это стало возможным в результате освобождения, значит, и возвращения под полный контроль Азербайджана территорий, которые ранее были оккупированы Арменией, и, в общем-то, более 400 фрагментов, но, к сожалению, экспертиз, как мы видим, назначено чуть более 200, потому что не все, вот, к сожалению, останки, они пригодны для проведения дальнейших экспертиз с ними, и, опять же, даже вот на данный момент, то, что уже назначено и проводится более 200 экспертиз. Это, к сожалению, опять же, занимает довольно долгое время, но, тем не менее, есть очень большой шанс, что вот это количество, которое мы знаем, 3890 пропавших без вести, что количество пропавших без вести в результате вот этих вот всех экспертиз сократится, и хотя бы несколько десятков, а желательно, конечно, чтобы все эти, значит, экспертизы привели к положительному результату, и все-таки родственники погибших, родственники, вероятно, погибших, потому что прошло уже более 30 лет, и мы видим, каким, опять же, пыткам и истязаниям подвергались эти лица, и, опять же, в любом случае без вести пропавших, чтобы их родственники могли узнать об их судьбе и об их судьбах, потому что это очень важно для них, это им помогает перевернуть вот эту вот страницу печальную. Люди, некоторые из них, я сам много раз, многократно с ними общался, я вижу, что люди даже по прошествии 30 лет очень верят в то, что их близкие все еще живы. И это немного, даже что немного, это очень сильно мешает им жить и развиваться. То есть они живут только вот этой вот памятью, вот этой вот надеждой. Вот, поэтому, конечно, многие из них хотели бы знать все-таки места погребения своих родственников. Руфат? Хотелось бы узнать, предусмотрена ли какая-то уголовная или другие виды ответственности для лиц, которые в составе вооруженных сил Армении совершили такие тяжкие, особо тяжкие преступления против военнослужащих азербайджанской армии и против мирных жителей, которые находились в плену. Руфат, спасибо большое. Действительно, очень-очень хороший вопрос. Дело в том, что тут уже говорить о, так скажем, военных преступлениях даже не приходится, потому что все-таки законы военного времени предполагают одно, а мы здесь видим, что армяне совершали просто дикие преступления, которые военными ты не назовешь, потому что они, во-первых, нарушают все, так скажем, видимые и невидимые все конвенции, в том числе Женевские конвенции, более того, и гуманитарное право нарушается. То есть, в принципе, как должны были поступать армянские вооруженные силы с военнопленными, это предписано множеством нормативно-правовых документов. Тем не менее, они поступали как угодно, но только не в соответствии с ними. Поэтому, конечно, это все тяжкие и особо тяжкие преступления. Это в прямом смысле это убийство, убийство десятков, сотен людей, только лишь, наверное, на территории шушинской тюрьмы. Об этом, опять же, много очень свидетельских данных. Есть, опять же, люди, которые сумели избежать, которых уже в 90-е, так скажем, в 93-94 году сумели вызволить из плена. Тем не менее, это не все, к сожалению, лица, которые находились и пребывали вот в этой тюрьме.
И в этом плане, конечно, если говорить об уголовной ответственности, да, конечно, уголовную ответственность они все и должны нести. И более того, я напомню, уже часть из сотрудников вот этой вот тюрьмы, они уже ответственность понесли. В частности, это Людвиг Мкртычян и Алеша Хасравян. Это 2021 год. Судебное разбирательство, уголовное дело началось сразу после Второй Карабахской войны. Телеканал CBC очень активно следил за расследованием вот этого уголовного дела и за судебным следствием. И в итоге каждому из них было назначено по 20 лет лишения свободы. Вот как раз кадры вы сейчас видите. Давайте послушаем, что говорили тогда на суде и за пределами судебного заседания для телекамер потерпевшие в рамках вот этого уголовного дела. Часть из них. Армяне меня так избили дубинками, что я лишился глаза. Еще тогда я им сказал, что придет время, и они заплатят за все. Так и случилось. На руке у Мкртычяна была наколка из букв «ЛМН». Это подтвердилось и во время осмотра. Я узнал их обоих, и Хосравяна, и Мкртычяна. Я был в плену в Шуше и Ханкенде. Это были самые тяжелые дни в моей жизни. Армяне относились к пленам не по-человечески. Они удерживали меня год и 10 месяцев. Людвиг, Алеша и другие надзиратели избивали нас с особой жестокостью. Конечно, я узнал Людвига, когда его показали по телевизору. Затем нам организовали очную ставку, на которой я вновь опознал этого преступника. Да, он сильно постарел, но черты лица не изменились. В плену он постоянно избивал меня прикладом автомата. Они держали нас голодными. Людвиг делал все, чтобы причинить нам вред. Руфат, ну вот что касается уголовной ответственности, да, как бы вот мы сейчас как раз увидели, что уже даже есть довольно-таки успешные прецеденты, и я думаю, что подобные уголовные дела мы еще увидим в будущем, но не только лишь уголовная ответственность. Дело в том, что в международном праве, вообще в праве как таковом, довольно большую популярность набирает такой оборот, как репутационная ответственность. И в этом плане, конечно, Армении еще многие десятилетия, наверное, столетия вперед отмыться от такого позора будет невозможно. Этот крест они будут нести всегда, потому что то, как они поступали с военнопленными, с заложниками, ну, никакому, так скажем, разумному объяснению абсолютно не поддается. Ну и помимо этого, в принципе, Армения уже наказана тем, что непосредственно проиграла в ходе Второй Карабахской войны и уже 30 лет сама себя наказывает, оставаясь за пределами всех региональных, инфраструктурных, экономически, так скажем, полезных для них проектов. Вот все, что я хотел сказать. Благодарю тебя, Самир. Самир Кулиев разбирался в теме очередных армянских зверских преступлений. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил новый состав правительства республики. На прежних постах остались лишь двое из 17 министров. Назначенный новый вице-президент Турции на смену Фуату Актая пришел Джевдет Йылмаз. Подробнее о новом составе Кабмина Турции в следующем сюжете. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил новый состав правительства. Кабмин страны практически полностью обновился. На прежних должностях остались министр здравоохранения Фахреттин Коджа и министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. Новые министры и раньше занимали высокие должности. Глава казначейства и финансов Мехмет Шимшек работал министром финансов и вице-премьером в прошлых кабинетах Эрдогана. Его назначением связывают стабилизацию монетарной политики Турции. Мехмет Шимшек, то, что он назначен министром финансов и казначейства, а самое больное место нынешней Турции были именно высокая инфляция, падение курса лиры. И его назначение сразу отразилось, например, на котировках Стамбульской биржи, которая выросла сразу на 4%. Это показатель того, что деловые круги с одобрением, с надеждой восприняли назначение именно Мехмет Шимшека на этот пост. Он очень опытный финансист, экономист. И я думаю, что те проблемы, которые есть в этой сфере, ему по плечу. Министром иностранных дел Турции назначен Хакан Фидан, который возглавлял Национальную разведывательную организацию с 2010 года. При этом пока неизвестно, кто возглавит Национальную разведывательную организацию Турции. В политических кругах кандидатом на эту должность называют Ибрагима Калына, который до этого являлся пресс-секретарем Эрдогана. Генерал Яшар Гюлер, занимавший пост начальника генштаба, назначен главой Национальной обороны.
обороны. Али Ядликая, губернатор Стамбула с 2018 года, теперь станет главой МВД. Руководить Министерством энергетики и природных ресурсов Турции теперь будет Алпарслан Байрактар, который ранее занимал пост замминистра в этой же структуре. Йылмаз Тунч назначен главой Минюста Турции. Ранее он был замруководителя парламентской фракции правящей партии «Справедливости и развития». Руководить Министерством промышленности и технологий назначен Мехмет Фатих Каджир. Он был заместителем своего предшественника с июля 2018 года в прошлом кабинете. Депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков считает, что перемены в правительстве Турции положительно скажутся на внутреннем и внешнем состоянии страны и обеспечат преемственность той политики, которую ведет страна на протяжении последних лет. Турция сегодня на геополитической карте мира выступает как самостоятельная, крупная держава, которая ставит вперед собственные интересы и в состоянии их реализовать. Сегодня на огромном пространстве, начиная от Балкан, Восточного Средиземноморья, Ближнего Востока, вплоть до Южного Кавказа, Центральной Азии, Турция является державой, слово и решение которого является, ну, если и не определяющей, то очень значимым. И я думаю, что эта линия будет продолжена и новым правительством Турции. Эрдоган, как и обещал ранее, не стал увеличивать число вице-президентов, но сменил на этом посту Фуата Октая. Новым вице-президентом станет Джевдет Йылмаз, ранее уже входивший в правительство. В 2009-2011 годах он был госминистром, а с 2011 по 2016 – министром развития Турции и вице-премьером по вопросам экономики. Первое заседание нового правительства назначено на 6 июня. С 4 июня с 4.20 утра до 13.55 позиции азербайджанской армии, расположенные в Шушинской и Ходжалинском районах, были обстреляны членами незаконных армянских вооруженных формирований в Азербайджане, где временно дислоцированы российские миротворцы. По указанным направлениям азербайджанскими подразделениями приняты адекватные меры реагирования. Кроме того, около 12.20 члены незаконных армянских вооруженных формирований попытались установить долговременные фортифицированные сооружения перед позициями нашей армии, расположенными в направлении Шушинского района. В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены. Много лет Азербайджан готовился не только к освобождению оккупированных территорий, но и возвращению вынужденных переселенцев. Спустя почти 2.5 года государство смогло начать постепенное переселение граждан, носивших все эти годы статус вынужденных переселенцев. Испытать радость возвращения в Карабах удалось жителям села Агалы Зангиланского района, Талыш-Тертерского района и Лачинского района. О том, какие работы были проделаны в рамках Великого возвращения, расскажет Жаля Гусейнова. Радость возвращения в родные края. С таким чувством столкнулся каждый, кто, наконец, спустя почти 30 лет смог вернуться в Карабах. После долгожданного освобождения этих территорий от оккупации, наряду с восстановлением былого величия, туда начали возвращаться уже бывшие вынужденные переселенцы. С открытием в Зангилане первого этапа проекта «Умное село», состоящего из 200 домов, в Карабахском регионе Азербайджана стартовал процесс большого возвращения. 19 июля 2022 года в село Агалы Зангиланского района были заселены первые 10 семей. Среди первых переселенцев – пенсионеры, студенты, домохозяйки, инженеры, продавцы-кассиры и другие. Из 200 домов, которые планируется построить в селе Агалы, 87 уже сданы в эксплуатацию. Строится еще 113 домов. Для переселенцев здесь созданы все инфраструктурные возможности – школа, детский сад, банк, почта, объекты общественного питания и так далее. На сегодняшний день в рамках проекта «Великое возвращение» в село Агалы Зангиланского района переселено 86 семей, 420 человек. Бывшие переселенцы довольны той заботой, той дальновидностью, которую ведет азербайджанское государство в отношении к ним. Одним словом, это, во-первых, даст бывшим переселенцам вернуться в свои родные дома, стать хозяином своих землей. С другой стороны, это даст возможность создать новые рабочие места, новые, увеличить жилплощади, вернет бывших оккупированных территориям ту былую красоту, которая была до оккупации.
Вторым этапом проекта «Великое возвращение» стало переселение всего Талыш Тальтарского района. 16 марта 2023 года сюда вернулись 20 семей, которые были временно размещены в Баку, Барде, Тальтаре, Самухе и Гёрамбое. В рамках первого этапа восстановительно-строительных работ в селе построены 20 жилых домов и 9 нежилых зданий, 4 дорожно-коммуникационные сети. Само село Талыш является первым восстановленным селом в Карабахском экономическом районе. В дальнейшем сюда планируется переезд еще около 180 семей. Görün Talış kendinin yeniden kurulmasının başlangıcından hele bir yıl geçmiş. Посмотрите, не прошло и года, как началось восстановление села Талыш. Сюда вернулись уже 20 семей и вернется еще около 180 семей. Не пройдет и года, как в селе Талыш будут жить около 180 семей. Для этих семей созданы все возможности. Сейчас все могут увидеть, какие красивые дома, школы, детский сад, общественные здания построены. Созданы условия для занятости. Мы народ, который творит и созидает. В отличие от Армении, мы творим и созидаем на своей территории. Современные коттеджи, благоустроенные дворы и живописная природа. Сегодня всем этим может похвастаться Лачинский район, куда тоже начали заселяться бывшие вынужденные переселенцы. Возвращение в родной край началось для них 28 мая этого года. На первом этапе в город уже переехало 20 семей, всего 97 человек. Ставя перед собой новые цели, в послевоенный период Азербайджану удалось создать как строительно-региональную модель развития, так и новую партнерскую платформу в регионе, осуществив планомерную деятельность в направлении восстановления территорий, освобожденных от оккупации. Известно, что одним из 5 национальных приоритетов Азербайджана до 2030 года является обеспечение великого возвращения на территории, освобожденных от оккупации. В связи с этим в принятой первой программе определены 6 приоритетных направлений на 2022-2026 год. В этом направлении уже запущено много проектов. В текущем году планируется возвращение 700 семей в город Лачин, около 400 в село Забух-Исус Лачинского района, 450 в город Шуша, а на следующем этапе 113 семей в село Талыш-Тальтарского района и 267 семей в город Физули. Всего в Карабахский регион до 2026 года планируют переселить 66 тысяч человек. Ситуация, с которой столкнулся Азербайджан после освобождения своих земель, не вселяла никакой надежды на то, что вынужденные переселенцы скоро увидят свои исконные земли и тем более смогут там жить. Однако проект «Великое возвращение» наглядно продемонстрировал – нет ничего невозможного. И уже совсем скоро все те, кто на протяжении почти 30 лет вынужден был жить в статусе «вынужденный переселенец», вернутся на свои исконные земли. Жаля Гусейнова, CBC. Прошло 2 года со дня гибели азербайджанских журналистов, подорвавшихся на противотанковой мине в селе Сусузлух Кербеджарского района. Трагедия произошла 4 июня 2021 года. Около 11 часов пассажирский автомобиль марки «КамАЗ», в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированных для исполнения служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кербеджарский район, во время движения в направлении села Сусузлух подорвался на противотанковой мине. В результате погибли 2 сотрудников СМИ и 1 госслужащий. Еще 4 человека были госпитализированы с различными телесными повреждениями. Вскоре было выяснено, что мина была установлена армянской стороной уже после подписания 3-стороннего заявления от 2020 года. Организация «Репортеры без границ» и Международная федерация журналистов включила Магирама Ибрагимова и Сираджа Абышева в список представителей СМИ, убитых в 2021 году при исполнении служебных обязанностей. Июньские события в Гяндже 1993 года стали апогеем военно-политического кризиса в Азербайджане. Вооруженные формирования, которые оказывали открытое неподчинение власти, стали становиться сильнее и подняли мятеж в нескольких азербайджанских городах. Ситуация в стране усугублялась еще и тем, что армянские войска один за другим оккупировали азербайджанские города и районы. Для разрешения сложной политической ситуации азербайджанский народ обратился к Гейдару Алиеву. Тогда общенациональный лидер приехал из Нахчевана и предпринял практические шаги для вывода страны из кризисного положения и защиты независимости Азербайджана.
4 июня 1993 года под предводительством Сурата Гусейнова в Гяндже вспыхнул мятеж. Группа сепаратистов, бросившая вызов целостности Азербайджана, почти одержала победу. Радикалы толпами бродили по улицам Баку, устраивая погромы. Партия Мусават дала старт гражданской войне в Азербайджане, чтобы сохранить свою власть. Преступники становились народными героями. Сурат Гусейнов, который был недоволен правительством, потому что не был должным образом представлен в нем, выразил таким образом свой протест против правительства. Тандема, партия Народного фронта Азербайджана, Мусават. Катастрофические события, которые начались во втором по площади городе Азербайджана, поставили под угрозу дальнейшее существование нации в целом. В этот момент Сурат Гусейнов, который был в свое время директором фабрики, сумел организовать достаточно боеспособное объединение, которое стало называться бригадой номер 709. В этот момент президент Азербайджана Эбулфаза Чебей понял, что популярность Сурата Гусейнова растет, ведь вооруженные отряды, которые он создал, подчиняются непосредственно ему, и в любой момент может Сурат воспользоваться тем, чтобы захватить власть в стране. Вот поэтому Эбулфаза Чебей решил за благо его отстранить от власти, что вызвало, конечно, сопротивление со стороны Сурата Гусейнова. Против него были двинуты вооруженные отряды правительства, которые были разгромлены. Сурат Гусейнов взял Гяндже под свой контроль. В результате боев с обеих сторон погибло около 80 человек. Первым делом Сурат Гусейнов приказал генпрокурору выписать ордер на арест президента Эльчебяя. Через несколько дней войска Сурата Гусейнова взяли под контроль прилегающие к Гяндже районы. Власть была шокирована случившимся и уже фактически парализована. 9 июня 1993 года в Баку из Нахчевана по приглашению президента Эльчебяя прибыл Гейдар Алиев. Эльчебей и другие члены правительства предложили Гейдара Алиеву пост спикера парламента, однако он твердо заявил, что поедет в Гяндже, чтобы непосредственно разрешить сложившуюся ситуацию. Гейдар Алиев в сопровождении группы журналистов в тот же день выехал в Гяндже, ознакомился с происходящими событиями на месте и предпринял практические шаги для вывода страны из кризисного положения и защиты независимости Азербайджана. Это кончилось тем, что 10 июня Бисагамбар подал в отставку с поста председателя мини-меджлиса. И председателем мини-меджлиса был избран Гейдар Алиев, который, в общем-то, спас страну в тот момент, потому что если бы Сурат Гусейнов, который успешно двигался в Баку и взял город, и вошел туда, и развязал бы гражданскую войну, страны просто бы не было, поскольку боевые действия с армянами шли, война не заканчивалась, и, в общем-то, гражданская война была на руку только врагу, который собирался воспользоваться этими событиями, с тем, чтобы окончательно уничтожить Азербайджан как независимое государство. В общем, мы имели бы достаточно серьезные последствия, если бы Гейдар Алиев не смог взять ситуацию в свои руки и, в общем-то, закончить этот конфликт. Правда и справедливость восторжествовали. Благодаря мудрости Гейдара Алиева были предотвращены намерения тех, кто не желал независимости Азербайджана, а хотел видеть страну раздробленной и разделенной. После избрания Гейдара Алиева президентом Азербайджана были определены пути развития страны и приоритеты перехода к рыночной экономике. Реформы почти во всех сферах жизни, подписание глобальных энергетических проектов, таких как «Контракт века», становились важным шагом для осуществления мечты великого лидера, сказавшего однажды: «Азербайджан взойдет над миром как солнце». Сегодня Азербайджан действительно выделяется в мировом сообществе своим положением и достижениями. Эллада Мамедова, Мурат Ахундов, CBC. Гейдар Алиев, мультикультурализм и толерантность как концепция развития азербайджанского общества. Конференция на эту тему состоялась накануне в Баку и была посвящена столетию со дня рождения общенационального лидера. Участники мероприятия отметили роль Гейдара Алиева в развитии концепции мультикультурализма в Азербайджане. Подробнее в следующем материале. Проживающие сегодня в Азербайджане представители разных народов, общин, различной религиозной и этнической принадлежности носят существенный вклад в развитие Азербайджана. Об этом заявил заместитель председателя, руководитель центрального аппарата партии «Йени Азербайджан» Таир Будагов. В ходе своего выступления на конференции Гейдар Алиев «Мультикультурализм и толерантность как концепция развития азербайджанского общества». По его словам, существующие в Азербайджане общины осуществляют эффективную деятельность в различных
разных сферах жизни играют важную роль в укреплении гражданской солидарности, дружественных и братских отношениях между народами, проживающими в Азербайджане. Таир Будагов также особо подчеркнул вклад Гейдара Алиева в развитие страны по всем направлениям. На всех этапах своей деятельности общенациональный лидер проделал беспрецедентную работу, рассчитанную на развитие Азербайджана, защиту национальных и государственных интересов, исторических традиций и национально-духовных ценностей. Достигая больших успехов как в период СССР, так и в годы независимости, он обеспечил блестящее будущее нашего народа. Между тем, министр культуры Адиль Керимли в своем выступлении отметил, что Азербайджан, признанный во всем мире образцом толерантности, способствует развитию диалога между народами. Он подчеркнул, что наряду с мечетями в стране охраняются и восстанавливаются как древние церкви, относящиеся к эпохе Кавказской Албании, православные, католические и лютеранные храмы, а также синагоги. Сохранение культурного наследия этнических групп, религиозных верований и памятников людей разных религий является основой политики мультикультурализма и толерантности в Азербайджане. В то время как армянская церковь, расположенная в центре Баку, охраняется государством, за 30 лет оккупации наших земель, к сожалению, армянскими вандалами были разграблены, разрушены, осквернены образцы культурного наследия, исторические памятники, учреждения культуры, музеи, принадлежащие азербайджанскому народу. Председатель русской общины в Азербайджане Михаил Забелин заявил, что Гейдар Алиев всегда уделял большое значение добрососедским отношениям между государствами и народами. Он всегда с оптимизмом смотрел в будущее российско-азербайджанских отношений, основанных на дружбе, взаимном уважении, равноправном, взаимовыгодном сотрудничестве, на их дальнейшее поступательное развитие, которая отвечала бы коренным интересам народов двух стран, упрочению мира и стабильности в регионе. Отметим, что конференция была организована центральным аппаратом партии «Ени Азербайджан» совместно с русской общиной, которая в этом году отмечает свое 30-летие. Эсмира Алиева, Микаэл Таутиев, Сулейман Калимулин, CBC. Иранский режим фабрикует обвинения и задерживает неугодных ему лиц. К сожалению, жертвами подобной политики Тегерана становятся в том числе азербайджанцы. Арест гражданина Азербайджана Фарида Сафарли стал тому очередным свидетельством. Задержание азербайджанца осудили и иранские правозащитники. В интервью CBC юрист Хусейн Ахмадинияс назвал действия режима мул незаконными. Он отметил, что долгие годы подобному преследованию в Иране подвергаются и граждане других стран. Власть в Иране, как отметил Ахмадинияс, использует заключенных в своих целях. Иранский режим пытается использовать этих заключенных в своих грязных целях. Для них нет и не будет никакого справедливого судебного процесса. Будучи юристом из Ирана, я полностью уверен в том, что гражданин Азербайджана ни в чем не виновен. Но иранский режим злоупотребляет полномочиями и ограничивает его в правах. В Иране нет верховенства закона, что создает проблемы для людей. Разведывательные службы и судебная власть полностью принадлежат режиму. Не менее 294 человека погибли и свыше 1000 пострадали в результате столкновения поездов в индийском штате Одиша. Об этом пишет газета Hindustan Times. Ранее сообщалось о 288 погибших и более 800 пострадавших. Как отмечает издание, больницы в городе Баласор, рядом с которым произошло происшествие, переполнены. В регион продолжают прибывать медики из других штатов. Состояние порядка 100 госпитализированных оценивается как критическое. Министерство путей и сообщения также сообщает, что на месте инцидента уже ведутся восстановительные работы. В них задействованы более 1000 человек и специальная техника. Ранее место столкновения поездов в штате Одиша посетил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Там он пообщался с местными властями и спасателями. Десятки тысяч израильтян вновь вышли на улицы в знак протеста судебной реформе, предложенной правительством премьер-министра страны Бениамина Нетаньяху. Суммарно в демонстрациях протеста в Тель-Авиве накануне приняли участие около 155 тысяч человек, сообщили организаторы митингов. На демонстрации в третьем по величине городе Хайфе собрались, по оценкам израильских СМИ, около 10 тысяч граждан. Как ожидается, план даст политикам больше влияния на выбор судей и ограничит полномочия Верховного суда по отмене законодательства. Правительство говорит, что изменения необходимы для восстановления баланса между ветвями власти.
Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху согласился приостановить принятие судебной реформы, чтобы попытаться договориться с оппозицией. Но после принятия государственного бюджета на прошлой неделе сильно оспариваемый план снова находится на повестке. Правительство заявило, что оно по-прежнему привержено продвижению изменений. Беспрецедентные массовые протесты продолжаются уже 22 недели подряд. Ведущие экономисты и ветераны национальной безопасности предупредили о последствиях, заявив, что независимая судебная система имеет решающее значение для экономической мощи Израиля и его защиты от попыток изолировать его на международном уровне. Президент Израиля выступает посредником между правящей коалицией и оппозицией в переговорах, которые пока не привели ни к каким результатам. Это были все новости к этому часу. Чтобы быть в курсе событий, смотрите CBC и слушайте CBC FM.